театру. Руки этого пол. Слова убийцы. Деньги! Стоп! Что такое? Деньги! Деньги! Откуда оно? Вот это мне нравится. И золото. Что такое? Деньги! Вот так повезло. Откуда оно? Вот так повезло. Я слышу звон монет. Вот так повезло. Золото! Я слышу звон монет. Вот это мне нравится. Золото! Пожалуйста, просто оставьте. Анимали, помогите! Вот уж повезло, так повезло. Деньги? Отлично! Attenzione! Земле. Убийцы не признают границ. Господь их покарал. Я сказал, я его где-то видел. Ничего не получится. Неплохо! Эй, он только что был здесь!
Я не могу этого сделать. Ничего не получится. Зачем он это делает? Сиди здесь. Танцы дель дьявола. Как думаешь, откуда? Еще один наемник? Он странно одет. По рукам. Поцелуй покрепче. Да, дорогая, похоже, вам надо отдохнуть. У нас сладкое вино, а поцелуй еще. Это занятие мне по душе.
С убийствами. Мы, гордые граждане республики, должны объединиться, найти этого безумца и убить его. Сколько честных граждан пало от руки этого подлого убийцы? И сколько еще падет? Когда-нибудь видел такой план? Черт! Био, беги, да, беги, беги! Мне нельзя умирать! Это без... А совершенство не измеряется в золоте. А, что я говорю? Конечно, измеряется. Бей это его! Если понадоблюсь, приходи. Должно быть, это брат. Это они стоят за всеми недавними вернет себе шею. Проклятие! Лучше я пойду отсюда. Домой!
немедленно! Эй, тебе здесь не место! Убирайся! Хочу, куда это ты собрался?